Воскресенье в Самарской области малооблачно, местами небольшой дождь с грозой, днем 24-27, тепла ночью плюс 18, плюс 20. Ветер восточный, северный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани облака, грозовой дождь, днем плюс 23, ночью 19 выше 0, восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, небольшой дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ночью 19 с плюсом, ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, гроза, днем плюс 25 градусов, ночью 19 выше 0, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, температура воды в реке Волга 23 градуса, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.